Ну что, девки, сдала ребенка матери и пошла покорять Москва-Сити, одела свое длинное, шикарное, посмотрите, как я оделась, на свое платьишко я делаю длинное пальто, это как в том анекдоте, у нас шикарное лето, можно пальто не застегивать, И пошла. Настроение у меня замечательное. Пошла я на Серпуховское. Вот. Вот так зайду сейчас в метро. Как в этом... Как, помните, был такой... сейчас я вам скажу. Реклама была, где, по-моему, Наоми Кэмпбелл заходит. Валентина она рекламировала в метро в таком длинном пальто или в платье, не помню сейчас. И садится, она одна идет. Я тоже так же сейчас зайду, только я буду не одна. Приветики, приветики. Ой, какая свобода. Вот с Бетечкой круто. Ну, сейчас вот сдала маме Бетечку. И мне прям супер хорошо. Ой, как хорошо мне эти желтые балетки. Красная сумочка. Ой, круто-круто. Я сама собой любуюсь сейчас. Вот иногда находит на меня. Мне надо выпендриться и куда-нибудь пойти. Нет, я поехала на встречу на Серпуховскую. Вот. Попью кофе, поболтаю с народом. Вот. Так. И на прогулку вышли. На прогулку. Боже мой, я опять не туда пошла. Ладно. На Ладушке. Подожди, может там можно пройти? Между этими... А, нет, нельзя здесь пройти. Ну ладно, обойду. Боже мой, все перекопали. Так неудобно. В Москве погода как? Я ж только что пошутила. У нас лето прекрасное, можно пальто не застегивать. Потеплело. Потеплело, Леночка, потеплело. Я пальто не застегиваю. Таня, ваш уже... Обозрала. Я передайте Тане от меня. Пусть идет ковшиком, мужикам яйца моет. Заработает денег. Что ей еще остается делать? А вот, зря энергию свою тратит на мою, на то, что обсирает меня. Пусть сделает так, чтобы дочь ее на роспись пригласила. А то мимо нее проходит настоящая жизнь. А живет человек выдуманный. Представьте себе, беда у человека, беда. Вот она и... Суперские, какие у вас суперские, класс. Она пьяная. А Валера улетел в Сочи на 3 ночи. Так... Красивый цветок. А где вы видели цветок? Какой позор. А в чем позор? О, нет, с Мариной вся жизнь игра. Это точно. Да. Угу.
какой кофе любите? Я вообще кофе люблю. Я вообще жить без кофе не могу. Я утром встаю, и мне обязательно надо выпить кофе. Я сейчас прям начну закупать себе кофе, сыр, все-все-все. И повезу в Китай все это. Потому что на этот раз я, конечно же, улетаю не на один день. И даже не на один месяц. И не надо же, не, даже не на два. Так что... Вы были в Челябинске? Была в Челябинске. Долго брак не по... Да, это, конечно, не понимает, поэтому все так делают. Марина, мама пьяная. Ну, поняла, я тоже поняла, что вы это имели в виду. Вы в Китае чем занимаетесь? О, сейчас я прикреплю свой магазин и посмотрите, чем я занимаюсь. Опа! Fashion. Эксперт. Эйт. Все. Fashion Expert Эйт. Я сейчас прикреплю это. Так. Прикрепила комментарий. Заходите, смотрите. Оценивайте. Приценивайтесь. Ну, мимо этой работы у меня еще другая работа. А вот... Смотри, она такая красивая. 7 где-то. А, Марина такая красивая на росписи. Ну да, постарались, конечно, красиво оделись, красиво нарядились. Марина сама красивая девочка. Возьмите меня на работу. А где еще копают? Мучорек Тристановна, Джгирос и Мучорек. Тато. Угу. Где вы видели роспись Марины? Не знаю, Маришка, привет. Привет, Еленочка моя хорошая, привет. Так, я сейчас подключусь. Так. У меня зарядка садится. Подождите. Ой, всего 30 осталось, но я надеюсь, что мне хватит. Я очень на это надеюсь, что мне хватит. Так, ключи я взяла. Нашла я ключи. У этой пошлой дамы ТВ кукушка съехала. Напрочь. С такими темпами. И светит палата номер 6. Я с вами согласна. В интернете есть уже план, вот с друзьями приедет в гости к подружкам Тани. Пускай, пускай. Пусть веселится. Они ей бесплатно дают. Почему бы нет? Приглашают, веселят его. Дураком надо быть, чтобы не воспользоваться такими дамами, доступными. Угу. Что Тата хорошо пристроила, что ты в няньках у ней, и ей это удобно. А это мне тоже очень удобно, представьте себе. Прекрасно все, все замечательно. Была бы печалька, если бы все было по-другому. Если бы им была не нужна я, или мне бы они были не нужны. Вот это бы была печалька. А то, что мы друг другу нужны, это ж прекрасно. В этом что плохого? Возьмите меня. Ну, пока нет, потому что у меня... Мне невыгодно вам вас везти. Нет, я сейчас обманывать вас не буду, потому что мне же надо будет вам визу открывать, привезти, там
на учет поставить, квартиру снимать. А я там нахожу уже людей, которые, у которых это все уже есть, понимаете? Вот у меня Сэм работает, у меня еще девочка работает. Они студенты, живут, у них свое жилье. А вот, они хотят зарабатывать, они мне помогают, делают, занимаются моими делами, деньги за это получают. И я за них не отвечаю, как бы, вот. А если я вас отсюда увезу, я должна полностью взять заботу о вас на себе. А вот. Не смешите. А что вас смешит так, до такой степени? Маринечка, вы назло всем? Да, конечно, абсолютно нет. У меня дела. Я просто оделась красиво. Знаете, настроение хорошее. Решила пойти встретиться с моей подписчицей, с одной. Передать ей надо кое-что. Да, обсудить надо кое-что. Вот и... Это не мое. Назло я ничего никому не делаю. Когда меня злят, я по морде могу дать. Назло гулять не пойду. А, врагам встретиться с Сашей. Не знаю. Нет, я если встречусь, не назло, а чтобы разобраться. Просто разобраться в каком? Донести кое-что до него, чтобы он понял, чтобы мы не расстались с врагами, чтобы он не говорил про меня, чтобы я вообще не говорила про него. Вот цель такая. А вот. А не назло. Пусть у него все складывается хорошо в жизни. Я очень буду рада. Вот. Я лучше побуду нянькой. Мне это очень нравится. By the way. By the way. Какая вы хорошая. Какой странный мужик. А в чем странность? Вы праймарь на три страны. Здравствуйте. Вы во все поверите, что напишут про Александра? А что, он не едет в Москву? Он не в эфирах бывает с Ольгой? Он не общается с Таней? А больше они ничего и не писали. Вы странные люди. Вот и правильно. Привыкли к ходьбе. Вы знаете, я уже отвыкла от ходьбы. У меня есть одна подруга. Она на Кипре живет. Ляля. Я даже не знаю, сколько ей лет. Но она выглядит как 18-летняя. Вот ее просто не заставишь сесть в такси, в машине, в транспорт. Там она будет ходить. И она меня приучила. В Пекине у них в Китае был офис. Они какой-то финансовый бизнес. А вот. И они открыли компанию в Китае. И они часто бывали в Китае, и вот она позовет меня куда-нибудь и наяривает целыми днями. И мне это так понравилось, и как-то по 10 километров в день я делала в Пекине. Что-то сейчас ножки стали болеть, поправляться стало очень сильно. А вот. А как же так получилось, что я не туда вышла, зашла? Да, 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 это вот я не понимаю, это ж, как же так? Да. Как же так? И мы там спустились, а зайти там не можем. Да, а как, почему так? И нам почему-то. Ну, указателей там нет никаких. Надо же, должна же быть хоть какой-то указатель. Да. Согласна с вами. Без пропел. Наведем сейчас порядок в метро. Народ, где вы? Да.
кто-то замуж не собирается, нет. Мне нравится ваш темперамент. Вы молодец, спасибо. Купили самокат? Конечно же, купили самокат. Так. Тата дома, да. Тата с Бетечкой дома остались. Куда едете? Еду на Серпуховскую. Серпуховская. Марина, это ваш цвет волос? Либо крашеный? Нет, это крашеный. Но почему же крашеный? Это мой натуральный цвет. Так, теперь мне надо зайти в девочки посмотреть. Как мне Серпуховская, это какая линия? Я заболталась с вами. Мне придется выйти и посмотреть. А вот. Нет, это крашеный. Красил меня, знаете кто? Красил меня Женя. Если вы помните, он был на проекте. Вот он работает в салоне красоты. И он меня позвал и покрасил вот так красиво. Красивый цвет мне сделал. А почему ты не накрасилась? Я вообще не накрасилась. Я просто решила вот яркий акцент сделать. Вот пальто сверху накинула и все. Купила самокат, купила. Пока.